Почему подорожал тариф на вывоз мусора и как исполняется новый федеральный? Эти и другие вопросы накануне обсуждали в Дагестанском отделении Общероссийского народного фронта. Подробнее о ходе слушаний в сюжете Карины Баталовой. Население недостаточно информировано, региональные операторы по вывозу мусора плохо подготовлены, а тарифы увеличились в 1,5 раза. Реализация в Дагестане новой системы обращения с твердыми коммунальными отходами идет тяжело, заявляют представители ОНФ. Итоги мониторинга, проведенного активистами Народного фронта по выборочным адресам, показали, что региональные операторы не имеют техники специализированной для раздельного вывоза отходов. И весь мусор везется на полигон без предварительной сортировки. В свою очередь высказался и министр экологии и природных ресурсов Дагестана. По его словам, в течение многих лет в Дагестане творился мусорный хаос. Муниципальные образования сами себе определяли тарифы, а также вывозили отходы на несанкционированные полигоны. На территории Республики Дагестан утвержденных же тарифов не было. Да, вот вы говорите, там собирали там 40 рублей. 40 рублей собирали, 3 улицы убирали. Остальное все валялось на каждой улице. То же самое, а есть районы, где вообще тариф не утвержден. Сейчас стоимость мусора в Махачкале поднялась с 42 до 63 рублей. В Каспийске с 35 до 74, а в Кизляре с 46 до 84 рублей. И все же, по словам Карачаева, даже этими ценами региональные операторы не удовлетворены, ведь в стоимость также включены захоронение и транспортировка. К примеру, иностранные компании соглашались на работу в республике лишь с 200 рублей. Во всяком случае, есть и хорошие новости. Так, жители домов, которые согласились на раздельный сбор мусора, будут платить по льготным тарифам. Я решил, что вот на личном примере я куплю 5 баков новых, разделю бумагу отдельно, стекло отдельно, у себя первым делом сделаю и уменьшу те объемы, которые оператор с меня надеется получить, что вполне я уважаю этого оператора, потому что это его работа. С 1 июля 2019 года состоится очередной этап индексации. Проще говоря, платить придется больше. В Дагестане на 3,8%. Вопрос, куда пойдут деньги и станет ли наконец в столице чисто, пока без ответа. Остается ждать и надеяться. Карина Баталова, Гаджи Магомедов, телеканал НТ, новости 24, Махачкала.